Господа, привет. Значит, небольшой такой видосик, совсем коротенький, минутки на три, поэтому досмотрите, пожалуйста, до конца. Если взгляд косится, то прошу прощения, я просто не понимаю, куда в этой камере фронтальной на телефоне надо смотреть. Вот он от котейки, если что, привет. Тут у меня котейка валяется, балдеет. Да, котик, передашь кому-нибудь привет? Не, он спит, ему похер вообще на все, что происходит. Значит, смотрите, YouTube ввел новую функцию премьера. Что такое премьера, для авторов я не буду пояснять, авторы сами разберутся достаточно. В принципе, там и инструкция даже в YouTube есть для авторов, то есть авторы пусть сами разгребают. Это именно для подписчиков, в основном для моих, конечно, подписчиков, ребятки. Вот. А второй день выходит видео, и все пишут, типа, это стрим, когда ты успеваешь писать на стриме, почему не отвечаешь, потому что это не стрим, ребят. Это видео просто в режиме реального времени. То есть, я снимаю видос для вас отдельно, я его делаю с отложенной публикацией. За полчаса до видео вам приходит первое уведомление, и где-то за 5 минут вам приходит второе уведомление. Вот, вы пока там собираете, там готовите чипсики, там колу, попкорн, сиги, у кого что, я не знаю, кто что делает во время видосиков. Все, приходите на видос, идет обратный отчет, то есть он обычно двухминутный, и после этого начинается видео. Видео идет в режиме реального времени, вот, то есть можете его, в принципе, по-моему, даже и на паузу поставить, или закрыть там, или еще что-то, я даже не пробовал, честно говоря. Но сам прикол в том, что они объединили стримы и обычные видео. То есть я, как автор, могу с вами общаться во время этого видео не через комментарии, а через чат уже, онлайн-чат. То есть я прихожу на свое же видео, посмотреть свое же видео, вашу реакцию, что вы обсуждаете перед видео там, или после видео. Ну, насчет после я не уверен, еще не проверял. Вот, то есть что вы ожидаете, там еще что-то. Смотрю, как вы... о чем вы пишете во время видео, нравится оно вам, заходит, не заходит. То есть это объединили такая онлайновская составляющая офлайновского видео. То есть вот так вот. Функция довольно удобная. Мне она очень понравилась. Надеюсь, что вам она тоже зашла. Если заходит, то будем делать так почаще. Если нет, то мы можем, в принципе, вообще эти премьеры отменить и делать обычные видео как видео. Извиняюсь, то, что камера гуляет, из-за оператора из меня полнейшее говно. Вот. Что еще? Да, по-моему, по премьерам все. То есть, внимательно, не путайте стримы, пожалуйста, с премьерами. Постараюсь на все свои видосики также приходить в онлайне, чтобы с вами пообщаться. Если есть какие-то вопросы еще остались, обязательно задавайте их в комментариях пониже. Не забываем подписаться. Можно даже, кстати, Лукаса запилить. Если не хотите, то не надо. Вот. Большое спасибо, что посмотрели, послушали. Всем хорошего настроения и пока.